Государственный банк Беларуси планирует использовать блокчейн. Как сообщает недавний пресс-релиз, Национальный банк Республики Беларусь создал информационную сеть, основанную на технологии блокчейн. Она может использоваться для решения широкого спектра текущих и потенциальных задач в банковской и внебанковской сферах. Первоначально сеть используется как реестр банковских гарантий и информации о их выдаче. Планируется, что следующим этапом станет внедрение технологий блокчейн на рынок ценных бумаг. В настоящее время банк не планирует использовать блокчейн для криптовалютных транзакций.